Страна выдержала, несмотря на экономические санкции, низкие цены на нефть и нестабильность глобальных рынков. Эксперты продолжают комментировать отчет Дмитрия Медведева перед российскими парламентариями. Свое мнение относительно услышанного нам по телефону сообщил депутат Государственной Думы от Курской области Александр Брыксин. Отчет правительства продемонстрировал, что у кабинета министров есть программа действий в нынешних непростых условиях. Несмотря на трудности в экономике, например, принято решение о том, чтобы семьи, которые имеют право на материнский капитал, уже в 2016 году могли взять 25 тысяч рублей из суммы материнского капитала на текущие расходы семьи. Дмитрий Анатольевич подчеркнул позицию правительства о возвращении индексации пенсий, подтвердил договоренность, достигнутую на социальном форуме правящей партии, о поэтапном повышении к 2020 году минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Также было подтверждено решение об увеличении минимального размера оплаты труда уже с 1 июля 2016 года до 7,5 тысячи рублей. В целом отчет был достаточно сбалансирован. Медведев убедительно отвечал на вопросы депутатов.